Итак, всем привет, мои дорогие друзья. Сегодня мы будем опять-таки играть в очередную флеш-какашку под названием Mystical Battle, которая опять-таки ориентируется на двух игроков, хотя здесь есть и синглплеер. Давайте же начнем. И снова у нас тут зомби-апокалипсис. Кстати, всем привет, мы что-то забыли поздороваться. Итак, выбираем первый игрок против второго. Как я понимаю, первый игрок стандартно играет за вот этого вот, как его там, в общем, за вот этого вот чувака, похожего на какого-то вояку бывалого. Второму же игроку, которым являюсь я, мне придется выбрать кого-то из этих вот трех оставшихся лидеров. Так, значит, вот первый вот этот вот, как его там звать, я даже не буду пытаться это прочесть. Он играет, точнее, у него юнит это не мертвые, второй это за Wild Creatures. И последняя дамочка за какие-то демонические силы. В общем, мне кажется, они оба все бредовые, но ладно. Выберу я все-таки оборотней. Нажимаем старт. Так, тут у нас карта. Мы находимся в Англии, насколько я понимаю. Да, там Уэйлс. И давайте зайдем в магаз. Это мы, конечно, не можем все купить, но, наверное, это все очень круто. Особенно да. Мини-работика. Ну, это мы все будем покупать по ходу. Ну и что ж, мой ход. Вот тут моя рожа. И вот то, что у меня будет. И сейчас я нападаю на территорию... Оборотней. Да. Ну, давайте начнем. Так, то есть и ты что, нападаешь, а я должна, то бишь, защищаться, да? Ну да. У меня парни ага, с пистолетами. У меня вот какие-то крысы и какие-то здоровенные, медленно ходящие. Оборотни. Да. Ну что ж, попробую пока крыс понаставить. Блин, а они тоже не очень быстро умирают. Может быть, они смогут пробраться на твою сторону и насолить тебе. Блин, дурацкие крысы, они такие быстрые. Блин, нет, я промахнулся. Так. Чёртовы зомби. Мать вашу. Мне кажется, это даже не зомби, это какие-то... Это же голодные оборотни. Блин, это меня как-то не греет ни хрена. Ладно, эти с пистолетами явно лучше, не будем больше экспериментировать. Так, поставим здесь такого большого, сильного я волка. В минусе. Так. Черт, вы проходите на мою территорию, а ну сгинь отсюда. Блин, эти крысы. Они сожрали моего человека. Очень голодные крысы. Очень-очень. Блин, но люди не теряют возможности пройти. Ой, я уже в плюсе немножко. Так. Так, давай, мочи его, мочи. Да, давай, мой крыса. Волчонок. Мужи, мразь. О, черт, не. Кажется, проиграю я. Пока что у него непонятно. Ну ты в плюсе. Так, давай. Чё он не ставится? Что случилось? Я не понимаю. Down. Давайте, крыса, бегите. Давайте, мои пистолеру. Пистолеру. Мы бандиту. Гангстери. Кстати, классный мультик. Да, но вот только мне это не поможет. Все-таки крыса это неплохо. Блин, пробралась мразь. Она же крыса. О. Так, я вообще-то... Ага, то есть на меня нападаешь, я защищаю свою территорию, насколько я понимаю. Да, длинный раунд. У да, нас уж... еще, видишь, там время крутится, как сыр. Хардкорный раунд, если честно. Столько мяса.
Кстати, дорогие мои, как всегда, выбирайте, за кого вы болеете, и пишите в комментариях. А, нет, она убила. Так, что-то вас тут много. Блин! Чё вы идете сюда? Да, вот видишь, они как бы стреляют неплохо, но вот скушать они их могут быстро. Это плохо. Это хорошо на самом деле. Хоть какой-то плюс у меня должен быть. Да уж. Давай. Да, мы почти наравне. Блин, опять вы отвоевываете. Нихрена себе. Давай, крыски. Давайте, крыски, отвоюем у этих гадких вояк землю. Она им нафиг не нужна. Валига, дурак. Давай, давай, давай. Да уж. Блин, я сейчас просыпаю. Так, защищайте. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады кто не желал. И все равно я почти просрал. Теперь буду использовать только пистолеру. Ты их так назвал, пистолеру? Не знаю. Ой, блин, какая толпа тут у нас прет. Я тебе сделала, да? Просто время вышло. Да? Ну я сделала тебя, да? Да. Так, у тебя осталось 200 золотых, в магазин тебе делать нефиг. Так. Я должен выбирать, куда атаковать. А почему ты? Разве сейчас не я выбирала? Нет. О, ты меня атакуешь ночью? Интересно. Да вы ж твари. Ой, мне кажется, или ночью они намного быстрее шевелятся. Типа бонус? Ну, ты на моей территории, в мое время суток. Достаточно плохо, дорогие мои. Опять ты меня расстреливаешь. Это хоть как-то меня спасает. Интересно, здесь может быть ничья? Не знаю. Да, мне кажется, вопрос. В эту игру можно играть бесконечно, если учесть, что мы должны захватывать территории друг друга. Нет, ну когда кто-нибудь захватывает все, то, естественно, побеждает. Так. Ты говоришь мне ничего. Давай. Коцай их, давай, давай. Да он даже не дойдет. Неудачник. Сам ты неудачник. Да, все-таки стратегия с пистолером работает. Блин, у меня денег мало, что пипец. Ну-ну. Да уж, да уж. Да. Стратегия over 9000. Ну, помогай. Давайте, крысы, вперед! Тебе надо работать только так, на время. Так, и что? Есть. И что? Мне дали 533 гольда. Это нечестно, только в прошлый раз я тебя выиграла, но... Тебе дали, у тебя 500 монет. И что я могу на них купить, тем более мне даже не дают выбрать. Так, напасть ну, на я тебя. Не знаю, что... Давайте вот тут какой-то толстяк с дробовиком. Guy with shotgun, low armor, slow moving, but with powerful shotgun. Так, еще чувак с RPG. Да зачем ты это смотришь, если у тебя все равно не хватает на это денег? Fire rocket.
Значит, этот что-то не впечатляет. Ну ладно, давайте купим чувака. Ты не можешь его купить. Нет, нет, это плохо на самом деле. Что это такое? Night vision increases your attack range. Ладно, куплю чуваков. Ладно, надеюсь, они хорошие. Так, давайте же атаковать вот это маленькое логово. Опять ты на меня. Сейчас мы испытаем. Что-то он нифига не стреляет. О, ну неплохо, неплохо. Наверное, ждет, чтобы ты подошел ближе. Я не должен никуда подходить. Крысы вперед! Так, стоп, что-то долго заряжается, я лучше уж пистолеры поставлю. А то я так просру. Да ладно. С этими вояками. Сомневаюсь я на этом. Блин. Ну давай. Как, знаешь. Давайте, мои милые крыски. Оу-оу. Кушайте пистолера. Кушайте этих гадов. Кушайте мой свинец. Давайте, коцайте, коцайте. Никакой пощады. Они убили. Пора. Пора посылать еще пару автоматчиков. А то что-то мои пацаны уже подыхают. Да. О, у меня 333 монеты. Воу. Блин, эти оборотни сильные твари. Да, но они все равно умирают. Это потому, что сдалека стреляю я. О, мои пистолеты. Это их коралы. Покарал пистолеты. Нет, пистолеты покарал их. Да уж, конечно, да уж. Хардкор. So hardcore. Надеюсь, в этот раз дадут мне что-нибудь купить в магазине, я смогу приобрести какой-нибудь нормальный юнит. Да, потому что... Не, игра на самом деле очень замечательная. Опять очень... ты выиграл? Ну какого хрена? Игра очень это продуманная. Это нечестно! Ну, сейчас, кажется, будет твой ход покупки. Нет! Но у меня, она, кажется, слишком мало денег, чтобы купить что-нибудь. FMG. Да. Мало. Increases impact damage. Damage. Ну ладно, давайте же опять нападем на них, а то они что-то вокруг нас тут так выбьем тварей, так сказать. Давай, я тебя пожалею. О-хо-хо. Да, конечно. Это очень легко на самом деле. Смотри. На те. Так, я пытаюсь выстроить своих крыс тут. Может, кто-нибудь дойдет? Да. Если бы с такой скоростью ходили оборотни, то этот класс бы себя очень даже оправдал. Нет, они уже проходят, твою мать. Так, настало время автоматчиков. В жопу этих крыс. Иначе. Мои пистолеры едва ли справляются. Так, черт, здесь уже этот уродец. Оборотень. Йоу-хо-хоу. Пистолеры выходят быстрее, ходят. Давай, оборотень. Мочи этого гада. Чуть не пропустил эту поганую крысу.
Йо-хо-хоу, йо-хо-хоу. Так. О, нет, мой пистолеро. Черт возьми. Хорошо, что у меня автоматчик на той линии. Нет, крыса. Уйди. Лечись. Лепс тебя защитит. Кто? Посмотри, какие у них очки замечательные. Они какие-то выглядят немножко чокнутыми. Да. И похожи на Лепса. Или на Ози Осборна. Хотя нет. А вот на Лепса вот. Я не знаю, как он выглядит. Или на кота Базилию. Давайте. And so hard. Да смотри, я тебя дёрну. А, тоже у меня новость. Всё-таки у тебя юниты сильнее. Всё потому, что они могут стрелять с расстояния. Мне надо подойти близко, как моим, чтобы покоцать. О, ты прошла как? А, я не знаю. Ух ты ж. Они наверху прошли, я даже не заметил. Опять. Ух, какая толпа. Ух, какая толпа. Сейчас одним махом все зайдут. Это нечестно. Мы не можем ничем стрелять. Так что, в общем, у игрока номер два задача намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Да. Так что это нечестно. Да, но на этот раз, видишь, мне дали куда меньше золота. О, какая печалька. Давайте проверим шоп. Я хочу Sentry Gun на колесах. Я накоплю 1400. Ой, а имеет смысл играть дальше, если ты меня вот так вот мочишь? О, смотрите, дождь идет. Давай. Что давай? Я пожалею тебя. Да, конечно. Сейчас как выстроишь своих гадких пулеметчиков. Замечательно. Ты специально ждешь, пока перезаряжаются пулеметчики. Ты хочешь выстроить ряд только из них, да? Хотя я уже почти просрал. Да, конечно. Ты сейчас как пустишь еще парочку таких, так вообще. Ну нет, я тебя пожалею. Да. В общем, хардкор. Только зомби, только хардкор. Ты убиваешь моих крыс, как за нефиг. Но при этом я и не продвигаюсь. Да, ну мне кажется, этот раунд будет у нас последним. Я просто не вижу смысла играть далее. Да. Думаю, людям не будет интересно смотреть, как ты... Да мне и тебя самому жалко, понимаешь? Да ладно! Представь. А когда ты стал таким добреньким? Я не был таким. Ты просто был попой. Я тебя сдерживаю, смотри. Я уже столько людей поставил, они никак не могут его убить. So fucking slow. Драгна has defeated you. То бишь, я типа тебя сделала, да?
Да, но это не дало мне возможности все равно на тебя напасть, и это нечестно. Короче, мне кажется, вы поняли, в чем суть игры и как это все делается. Игра очень замечательная. Если хотите попотеть, выбирайте тех разные разновидности монстров и жопеньте своего друга, что есть сил. Или братюни, или еще там кого, с кем будете играть. Ну, в общем, наверное, на этом мы закруглимся с Бобом. Да. Надеюсь, игра вам понравилась. В следующий раз мы постараемся выбрать что-нибудь другое. И, конечно же, попробуйте в нее сыграть с братюнями. Что ж, на этом все на сегодня. С вами были, как всегда, Настя и Анимеш. И Скуба Боб. Всем пока-пока и удачного вам дня. Да, все, пока.